вот идем. Уйти считаю благом. Мне даже не поспеть за вашим быстрым шагом. Прошу, сноха, прошу, вы оставайтесь. Тут все ваши проводы один напрасный труд. Все, что мы делаем, прямая должность наша. Ну почему вы так торопитесь, мамаша? Потому что мне весь этот дом постыл, и ваши дерзости сносить нет больше сил. Меня не ставят в грош, перечат, что ни слова поистине. Для них нет ничего святого, все спорят, все орут. Почтения нет ни в ком, да это не семья, а сумасшедшая. Я, милая моя, на свете нет служанки крикливее, чем и вы, и худшей грубиянки. Поверьте, и без вас я знаю, что и вы. Бабушка! Да ты что? Мой любезный внук, вы попросту дурак. Вам это говорит никто, как бабка ваша. И мой уже не раз, мой сын, а ваш папаша предупрежден, что вы последний сорванец, которым он еще... измучиться в конец. Но видите, известно всем, что вы его сестрица Тихоня из Тихони. Скромнейшая девица, но хуже нет, чем сонная вода. И вы, не боясь, тайком бесенок хоть куда. Ну разве... Речь моя, быть может, вам обидно, но вы себя во всем ведете препостыдно. Вам надлежало бы пример им подавать, как это делала покойница, их мать. Вы расточительны, нельзя смотреть без гнева, когда вы рядитесь, как будто королева, чтобы понравиться супругу своему. Такие пышные наряды ни к чему. Но все ж, сударыня. Вас, сударь, не скрываю, я всячески люблю, ценю и уважаю, а все ж, будь я мой сын, я бы с большим трудом такого шурина к себе пускала в дом. Вы проповедовать изволите начало, которых бы весьма стеречься надлежало. Я правду говорю, я, сударь, такова, и сердце не даю правдивые слова. Ваш господин Тартюф устроился завидно. Он чистая душа, его не слушать. Стыдно. Как мне мириться с тем, чтобы ханжа несчастный господствовал у нас в дому, как деспот своевластный? И чтобы мы развлечься не могли, пока его уста свой суд не изрекли? И почему он с некоторых пор желает, чтобы никто к нам не ступал во двор? Уже ли грех такой, когда приходят гости, что надо сатанеть от бешенства и злости? Вы знаете, о чем я думала уже? Мне кажется, что он ревнует госпоже. Молчите, мысли мы такие рассуждения. Не он один сердит на эти посещения. Весь этот с грохотом снующий к вам народ и вечный строй карет, торчащих у ворот, и шумным сборищем толпящиеся слуги досадную молву разносят по округе. Быть может, в этом нет особого вреда, но люди говорят, и в этом вся беда. Так вам хотелось бы, чтобы все вокруг молчали. Была бы жизнь исполнена печали, когда бы мы начали скрываться от друзей и страха перед тем, что скажет ротозень. Вы рассуждаете довольно неуместно, как добродетель Наранта всем известна. Святая женщина. Святая женщина. А говорят она тем, что творится здесь, весьма возмущена. Пример чудеснейший и хороша особа. Я верю, что она не согрешит до гроба. Все это рвение внушили ей лета, и хочет или нет, она теперь свята. Пока пленять сердца в ней обитала сила, она прелестных чар нисколько не таила. Но, видя, что в очах былого блеска нет, решила обмануть ей изменивший свет и пышной святости густое покрывало набросить на красу, которая увяла. Всегда так водится у старых щеголих, им видеть нелегко, что все ушли от них.
Вот благоглупости, которые вам милы. И вам, я вижу, сударь мой, как будто бы смешно. Я быть записанной в шутихи не желаю, а потому, сноха, прощайте, я смолкаю. Отныне этот дом я ставлю в пол цены, и вы меня к себе не скоро ждать должны. Ну что, сомлела, что ли? Ишь, рада бить баклуши, гром божий! Я тебе еще нагрею уши. Ну, заморашка, ну! Я с ними не пойду, а то ведь долго ли опять нажить беду с такой старухою? Ох, я жалеть готова, что этого она не слышит слова. Вам показали бы, чего достоин тот, кто женщин, как она, старухами зовет. Как из-за пустяка она рассвирепела и как про своего Тартюфа сладко пела, а? Отец! Сейчас приехал муж. Твой брат, я вас покину. Я ждать его пойду на нашу половину. Вы же для скорости с ним повидайтесь тут и побеседуйте с ним несколько минут. Поговорите с ним о свадьбе Марианы. Я уж хотел идти, но встретил вас. Небось, соскучились в деревне, не на шутку. Дарина! Милый друг, останьтесь на минутку. И чтобы у меня забота отлегла, позвольте разузнать про здешние дела. Ну, что тут за 2 дня случилось? Как вы? Что вы? Кто что поделал? И все ли у нас здоровы? У барыни позавчера весь день был очень сильный жар и страшная мигрень. Ну, а Тартюф? Тартюф? И спрашивать излишне. Да родин свеж лицом и губы словно вишни. Ах, бедный. Вчера у ней была тоска. За ужином она не съела ни куска. Все так же голова болела прежестоко. Ну, а Тартюф? Тартюф? Томим дремотой сладкой. Он, встав из-за стола, пошел к себе украдкой. И в теплую постель без промедления лег, где и проспал всю ночь, не ведая тревог. Ах, бедный! Наконец ее уговорили. Она позволила, чтобы ей кровь пустили, и облегчение настало в тот же миг. Ну, а Тартюф? Тартюф? Он духом был велик. С собой жертвуя без всяческих условий, чтобы возместить ущерб сударыниной крови, за завтраком бутыль он осушил до дна. Ах, бедный! Но теперь окрепла и она. И я бегу скорее, чтобы ей сказать 2 слова о том, как рады вы, что барыня здорова. Она же вам в глаза смеется, милый зять. И не желая вас нисколько унижать, я прямо вам скажу, что это по заслугам. Ну, позволите ли страдать таким недугом? Как этот человек забрал над вами власть? И можно ли под его влияние так попасть, чтобы забыть про всех? Я понимаю, когда бы кров давали бедняку. Нет, это все пустое. Да вы его к тому же не знаете совсем. Пусть я его не знаю, но затем, чтобы человека знать, мне кажется, едва ли... Ах, если бы вы и впрямь его узнали, вы в восхищении остались бы навек. Вот это человек! Ну, словом, человек. Аминь, аминь, аминь.
Тартюфу? Да. Вкушает мир блаженный. И мерзость для него все твари во вселенной. Я стал совсем другим от наших с ним бесед. Однако у меня привязанности нет. И я ничем не дорожу на свете. Пусть у меня умрут мать, брат, сестра и дети. И этим огорчусь вот столько. Ей же ей. Я человечнее не слыхал речей. А если б вам, как мне, пришлось его бы встретить, вы не могли бы его любовью не отметить. Ведь в храм входил вседневно, тих, смирен, молился близ меня, не вставал с колен. Все в храме на него смотрели с изумлением, таким он пламенным объят был исступлением. Из уст его слуги, который был, как он, узнав, кто он такой, что он всего лишен. Я стал его кое-чем дарить, но каждократно. Меня он умолял частицу взять обратно. Нет, говорил он, нет, я взял бы разве треть. Не стою я того, чтобы меня жалеть. Когда на это я ему отвечал отказом, он тут же к нищим шел. И раздавал все разом. И говорил, нет, не поступлю себе принципами. Нет, ни за что, ни разу. Тогда, обняв небесам, Тартюфу в дом я ввел. И с той поры мой дом поистине процвел. Он здесь за всем следит. И я доволен очень, что и моей женой он кровно озабочен. Он бережет ее от недостойных глаз, ревнивее, чем я, по крайности, 6 раз. Себе он сущий вздор меняет преступление, над каждым пустяком печалясь и скорбя. Так, например, на днях он упрекал себя за то, что изловил блоху, когда молился, и, щелкая ее, не в меру горячился. Да вы с ума сошли, ей-богу, мой родной. Или вы попросту смеетесь надо мной? Вы полагаете, что этаким безумством... Мой Шурин, ваш ответ проникнут вольнодумством. Оно и вообще в душе сидит у вас. И как я вам уже предсказывал не раз, себе вы этим вот накличете напасти. Так разглагольствуют все люди вашей масти. Вам нужно лишь таких, как сами вы, слепцов. И вольнодумец тот, кто зрением здоров. Поэтому вам страх внушает каждый зрячий, который думает и чувствует иначе. Ну, где ж тягаться нам с философом таким? Во всем вы сведущие. Ваш суд непогрешим. Вы кладезь мудрости, пророк. В сравнении с вами все прочие должны считаться дураками. Не кладезь мудрости я судья, не пророк. Но благороднее не знаю я примера, чем люди, в чьих сердцах горит живая вера. И нет поэтому на свете ничего противнее, чем ложь, притворство, ханжество, когда клеветники без совести, без чести, личиной благостной скрывая жажду мести, чтобы, вернее, сгубить того, кто им не мил, вопят, что он бунтарь против высших сил. И закатив глаза, принявши постный вид, смекают, кто и чем, зато их наградит. Любезный Шурин мой, вы все сказали? Да. Покорнейший слуга. Ну, сударь мой, оставим этот спор. Я слышал, милый зять, что за Валера дочь хотели вы отдать. Так. И вы условились, когда свершится брак? Да, верно. Вы отступаетесь от слова или нет? Прощайте. Нет ли кого случайно в гардеробной, чтоб там подслушивать? Здесь уголок удобный. Ну вот, все хорошо. Вы, Марианна, мне всегда казались и смиренной вполне.
Поэтому я вас всегда любил сердечно. Отцовская любовь цена мне бесконечна. Отлично сказано. И чтобы ее стяжать, вам следует отца всемерно уважать. Я больше всех заслуг стремлюсь к такой заслуге. Так. Что вы скажете о нашем новом друге? Кто? Я? Да, но к своим прислушайте словам. Что я скажу? Все что угодно вам. Ответ разумнейший. Скажите ж, что, мол, он от головы до ног достоинств редких полок, что вы пленились им, и вам милее всего повиноваться мне и выйти за него. А? А? Ну? Как? Ну что? Мне непонятно это. Как? Это вы о ком желаете ответа? Что я пленилась им, и мне милее всего повиноваться вам и выйти за него. Да о Тартюфе. О Тартюфе? Нет, отец, я лгать не стану. Что за охота вам склонять меня к обману? Я лжи не требую. То правдой быть должно. Довольно с вас того, что это решено. Как? Вы хотите? Да, мне нечего таиться. Я через вас хочу с Тартюфом породниться. На вас он женится. Вот только и всего. И так как вы всегда... Вам чего? Уж больно мило, я бы любопытно видно. Что так подслушивать являетесь бесстыдно? Не знаю и сама, по правде говоря. Откуда слух такой? Должно быть просто зря. Наслышанная я про эту свадьбу тоже. Да только это все на выдумку похоже. Как, вам не верится? Дочь моя, я говорю всерьез. Ой, полно, барышня, не верите вы папаше. Смеется он. Я вас! Бросьте шутки ваши. Мы не поверим вам. Прошу к моим словам. Да полно. Верим мы. И тем стыднее вам. Как, сударь, мыслимо ли, чтоб в этакие годы почтенный человек, почти седобородый, таким безумцем был, чтоб... Милая моя, у вас есть вольности в речах, которых я не потерплю. Я вас предупреждаю строго. Давайте говорить спокойно, ради бога. Вы просто, может быть, поздних людей не прочь. Да и на что нужна святоша, ваша дочь? Он должен помышлять насчет других занятий. И что вам за корысть была бы в этом взятии? Где же ты видано, чтобы от таких деньжищ искали нищего? Молчите! Коли нищ, так он становится для нас еще почтенней. Такая нищета всех кладов драгоценней. Превыше роскоши он ею вознесен. Затем, что сам себя дал обездолить он своей беспечностью к богатствам быстротечным и нерушимою любовью к благам вечным. А вы подумайте хотя бы о доброй славе и о последствиях, которых ждать мы вправе. Ведь если девушку к венцу насильно весть, то может пострадать супружеская честь. Ведь желание быть мужа верным другом зависит от того, кто будет ей супругом. Те, кому перстом повсюду тычут в лоб, те сами делают из жен таких особ. И кто приводит дочь насильственно к венцу, за все ее грехи ответствует Творцу. Какой себе удел вы строите жестокий? Смотрите, у кого я должен брать уроки? А вам не вредно бы учиться у меня? Дочь моя, оставим все это пустое. Я вам отец, и я вам не хочу дурного. Вы скажите, что я уж дал Валеру слово, но сверх того, что он, как говорят, игрок, в нем вольномыслие сидит еще порог. Я замечал, что он внушается церквами. Надо, чтобы он бежал туда за вами и выставлял свое усердие на показ. Об этом, милая, не спрашивают вас. А у Тартюфа все по части неба гладко, и это всякого полезнее достатка. Для вас же этот брак, ну, просто будет клад. Сплетение утех и всяческих услад. Вы с милым другом
вы все забудете на свете, как пара голубков, как маленькие дети. Он вас убережет от всяких передряг. А вы им будете вертеть, и так и сяк. Она ему наставит нос, поверьте. Молчите вы! О, вы только приедете. С ним вашей дочери не уберечься зла. Да замолчите! Как добродетельно она бы не была. Молчите! Вы сказать слово не даете, перебиваете, всюду нос суете. Я в вашем же покое хлопочу. Забота лишняя, я слушать не хочу. Я бы не любила вас. Прошу вас, любите. Но я вот вас люблю, хотите, не хотите. Вот. Я не потерплю, чтоб вашу честь таскал с порога на порог. Да слушай, зубоскал. Да замолчите вы. Я вам к союзу, ведь это право же на совесть брать обуду. Умолкнешь ты, я тебе мгновенный зем. Что это? Богомол, и вдруг приходит в гнев. У меня вся желчь кипит. От этой чуши прошу тебя, молчи, не терзай мне уши. Молчу, но думаю при этом про себя. И думай, Бог с тобой, но только не трубя об этом вслух. И то смотри. Я зрело взвесил все. Мне молча слушать это. Да я взбешусь. Так на ветер словами я сорю. Что вы? Разве же я с вами говорю? А что ж ты делаешь? Я говорю с собой. Отлично. Если я чего-нибудь достою, я глотку ей заткну. Вот эту ее рукою. Вы, дочь моя, должны одобрить выбор мой. Поверить, что супруг, которого сначала... Что ж ты не говоришь? Я все уже сказал. Ну, хоть одна словца. Я на слова скупа. А я так ожидал. А я не так глупа. Короче, вы должны явить повиновение и всепокорнейше принять мое решение. Кто выйдет за него, не выжив из ума? За чума, с которой без греха там не прожить и судно. Я говорить не в силах больше, кроме шуток. У меня кровь горит от дерзостей таких. И я хочу пройтись, чтобы мой гнев утих. Вы что же, я спрошу, лишились, видно, речи и просто вашу роль взвалили мне на плечи? Вам предлагается неслыханнейший бред, и хоть бы пол словца нашлось у вас в ответ. Ну что же делать мне против отцовской власти? А то что следует против такой напасти? Ну что? Сказать ему, что всякий любит сам, что не ему вступать в замужество, а вам. Что так как дело вас касается всех ближе, то надо, чтоб не он его решал, а вы же. И что, коли Тартюф его душе так мил, то пусть бы на себе его он и женил. Отцу мы никогда ни в чем не возражаем, любой его приказ в семье не пререкаем. Послушайте, кому вас обещал отец? Вам дорог ваш Валер или любви конец? Ах, как ты мою любовь, Дарина, судишь ложно, да разве же о том и спрашивать возможно? Ведь сердце пред тобой открыло я вполне, и знаешь ты сама, как он желанен мне. Ну, а с намерением папаши что же будет? Ах, я себя убью, коли меня принудят. Ах, просто силы нет. Ты лучше мне подай какой-нибудь совет. Покорная слуга. Дарина, ради бога. Вас надо наказать. Туда вам и дорога. Мой друг. Нет. Если я не скрою ничего. Нет. Вам сужден Тартюф. Отведайте его. Я верила тебе. И мне твое злословие теперь... Нет, кончено. Тартюфтесь на здоровье. Дарин, ради бога. Тартюфтесь на здоровье, тартюфтесь на здоровье. Тартюфтесь на здоровье. Дарина! Нет, вернись! Но не терзайтесь же. Путем искусных мер
возможно, помешать. О, вот и ваш Валер. Сударыня, меня обрадовали вестью, что можно вас поздравить с редкой честью. А что? Вам сватают Тартюфа. Да. Отец желает, чтобы я шла с Тартюфом под венец. Ну как же, ваш отец переменил решение. Он сделал мне сейчас такое предложение. Как? В самом деле, так. Он очень горячо стоит за этот брак. А вам, сударыня, сказать не будет трудно. Как думаете вы? Не знаю. Это чудно. Не знаете? Нет. А ваш каков совет? Да взять его в мужья. Естественный ответ. Так это ваш совет? Да. Не шутя? Еще бы. Приятно стать женой столь избранной особы. Ну что же, ваш совет, пожалуй, я приму. И рады будете последовать ему? Не меньше, чем подать его, вы были рады. Я подал вам его, чтобы устранить преграды. А я приму его, чтобы не печалить вас. Посмотрим, что у них получится сейчас. Вот как вы любите. Так значит, наша встреча... Я вас прошу, оставим эти речи. Вы заявили мне без дальних слов, что я должна послушаться и взять его в мужья. А я вам говорю, что и решим на этом, раз вы ко мне пришли с таким благим советом. Показывать, что я же виноват, смешно. У вас заранее все было решено. Вам нужен лишь предлог, будь он пустей пустого, чтобы удобнее свое нарушить слово. Что ж, вам запрета нет, будьте такого мнения. Да, мне запрета нет. Но в гневе оскорбления я ваши замыслы, быть может, упряжу. Я знаю, к чьим ногам я сердце положу. Вас верно ждет успех, у вас достоинств много и всем. Достоинства оставим, ради бога. Что ими беден, я мне доказали вы. Но, может быть, не все душой так чувствуют. Есть одна душа, чья доброта, я верю, готова, не стыдясь, мне возместить потерю. Потери так мало, что это не беда, вы мне утешитесь без всякого труда. Довольно. Я прошу. Я все сегодня же исполнить поспешу. Отлично! Но помните, что вы на это сами меня толкаете своими же руками. Да. На! И что за мнение ища на стороне? Я следую лишь вам. Вы следуете мне. На! Вы будете счастливы узнать одна особа. Кем лучше? Расстанемся до гроба. И в добрый час. Меня вызывали? Я? Ничуть. Прощайте же, сударыня моя. Прощайте, сударь мой.
вашим милым шуткам, я вижу, что и вы, и он больной рассудком. И я давала вам весь этот вздор нести, чтобы посмотреть, к чему он может привести. Эй, господин Валер! Чего тебе, Дарина? Пойдите-ка сюда. Что ты затеяла? Какая польза вы это? Хочу вас помирить и вам помочь советом. В своем ли вы уме? Вдруг? Эдакий задор. И ты же слышала, какой был разговор. А вы с ума сошли. К чему надули губки? Ведь ты же видела сама его поступки. Все это глупости. Она весь пламень свой вам дарит одному. Ручаюсь головой. Он любит вас одну. И никого другого не хочет, кроме вас. Я присягнуть готова. Зачем же мне тогда давать такой совет? Зачем мне спрашивать, когда сомнений нет? Вы сумасшедшие. Давайте руку. Не мешкайте. Смелей. Ну кто, когда и где друг другу был милей? Неужто трудно вам побыть со мной рядом? Зачем смотрели вы таким недобрым взглядом? Как люди от любви глупеют всякий раз. Я же вправе был обидеться. И разве вы себя не показали злюкой, терзая душу мне такой ужасной мукой? А вы, ну как могло сорваться с языка? Ставим спор на после, а пока... Подумаем насчет злосчастной этой свадьбы. Так посоветуй нам, скажи, чем помешаться. Мы будем действовать пока и так, и сяк. Сюда идут, ступайте. Если вы прибегнете к друзьям, скорее исполнится обещанное вам. Ступайте. Несчастлив, если кто решится предвещать. Ах, вот уж мастера влюбленные трещать. Ступайте. Ну? Потом. Что за болтушки? Право! Налево, сударь мой! Сударыня! Направо! Пусть разразит меня на этом месте гром. Пусть прослыву везде первейшим подлецом, кто ли дам сломить себя почтением или страхом. И сам всего не порешу единым махом. Помилосердствуйте, умерьте гневный пыл. Не все сбывается, чего душа хотела. И путь не короток от замысла до дела. Я должен прекратить проделки наглеца. Уж я ему скажу таких 2-3 словца. Нет, нет. Надзор за ним, равно как за папашей, вы лучше мачехе припоручите вашей. Над мыслями ханжи она кое в чем властна. Он кротко слушает, что не скажи она. И даже, кажется, влюблен в нее. Безгрешно. Ах, если бы и впрямь. Вот было бы потешно.
Ей хочется иметь с Тарчевым разговор. Узнать, что думает он с некоторых пор. Не о женитьбе ли ведет с отцом беседы. И показать ему, какие выйдут беды, коль он таит надежд хоть маленький запас. Слуга его сказал, он молится сейчас, но скоро спустится. Я буду дожидаться, а вам уже никак нельзя здесь оставаться. Я разговоров не поврежу ничем. Нельзя, оставьте их вдвоем. Я буду нет. Вы смеетесь, что ли? Все знают ваши вспышки, а это верный путь испортить нам делишки. Я себя сумею превозмочь. Несносный, он идет. Скорее бегите прочь. Вам что? Хочу сказать... Но только Бога ради. Пожалуйста, сперва возьмите мой платок. Зачем? Прикройте грудь, чтобы я вас слушать мог. Нам возмущают дух подобные предметы. И мысли пагубным волнением согрет. Уже ли вам соблазн так трудно побороть? И столь чувствительно на вас влияет плоть. О вашей пылкости не мне иметь суждения. Но я не так легко впадаю в вожделенье. И даже увидав... В чем родила вас мать? Ей тогда себя сумела бы удержать. Нельзя ли быть скромнее хотя бы наполовину? А иначе я вас немедленно покину. Я и сама мешать не стану вам. И вся эта речь моя сведется к двум словам. Так вот что, барыня желала быть здесь вскоре и очень просит вас о кратком разговоре. Ах, с удовольствием. Где гневные слова? Ей-ей, мне кажется, что я была права. Когда ж она придет? А это не она ли? Она и есть. Уйду, чтоб вы меня не гнали. Пусть благодать небес, источник всех щедрот, вам здравия души и тела не спошлет, и благоденствие, как их об этом молит смиреннейший из всех, кому их свет был пролит. Я благодарна вам за добрые слова. Но только, может быть, присядемте сперва? Так вы оправились от вашей лихорадки? Да, это приступ был. По счастью, очень краткий. Увы, моих молитв чрезмерно скромен вес, чтоб ими я снискал внимание небес. Но я не возносил ни одного моления, в котором бы для вас... Не жаждал исцеления. Мне право совестно такую слышать речь. Чтоб ваше нежное здоровье оберечь, готов я своему нанести ущерб здоровью. Так христианскую не велено любовью, и перед вами я в весьма большом долгу. Для вас я сделал бы и больше, чем могу. Мне с вами кое о чем поговорить бы надо. Никто не слышит нас, и этому я рада. Я этим восхищен. И с вами сладко мне, сударыня. Вот так побыть наедине... Об этом я давно мечтал с тоскою жгучей. И небо, наконец, мне посылает случай. Хотела я задать вопрос вам небольшой, но отвечайте мне с открытой душой. Я сам мечтал о счастье высоком. Все сердце целиком явить пред вашим оком. Сказать, что если я и сетовал о том, что прелесть ваших чар... манит всех в этот дом, то был руководим отнюдь не неприязнью, а только рвением и набожной боязнью, порывом... В том уверена была, вас о моей душе забота увлекла. О да, сударыня, и для ее спасения... Ой, не жмите так. Ах, то избыток рвения, и если сделаю я вам больно хоть слегка, где? То я готов. Где у вас рука? Я бархат пробую, какой он обработан. А нет, пожалуйста, я не люблю щепку. Какие славные, ей-богу, кружева. Какого в наши дни достигли мастерства. Мы, кажется, во всем доходим до предела. Вы правы. Ну, нельзя ли вернуться к сути дела? Я слышала, мой муж замыслил новый брак. И прочит дочь за вас. Скажите, это так? Об этом речь была, но... Должен вам признаться, совсем не к этому мои мечты стремятся. Иные прелести мой привлекают взгляд, и вожделенное блаженство мне сулят. Считала я, что вас не обольстит земное. Нет, сердце у меня в груди не ледяное. Я думала, свой взор вы к небу возвели, и вам неведаны желания земли. Любовь?
влекущая к красотам вечным, не гасит в нас любви к красотам быстротечной. Легко умилены и очи, и сердца пред совершенными созданиями Творца, ведь то его лучи сияют в вам подобных. Но в вас он сочетал всю прелесть чар беззлобных. Он вашему лицу дал прелесть красоты, смущающую взор, влекущую мечты. Я не в силах зреть ваш облик совершенный, не восхищаясь в нем создателем вселенной, и пламенной любви не повторять слова пред самым редкостным созданием божества. Вы можете мне дать блаженство и страдания, и всю мою судьбу решает ваш ответ. Я счастлив, если да, несчастлив, если нет. Вы очень горячо излили ваши чувства. Но кто же ожидал от вас подобного искусства? Ежели у вас так беззащитна грудь, то вы подумали хотя бы хоть чуть-чуть? Благочестивый муж, который с целым светом... Да, я благочестив. Но человек при этом. Со мной ваша честь вполне ограждена. И ни малейших жертв не требует она. Ведь мы горим невидимым огнем. И никогда никто не узнает о нем. Мы так заботимся о нашей доброй славе, что наши милые тревожатся не вправе. И награждаем тех, кто с нами был не строг, любовью без молвы и негой без тревог. Хоть вы и истратили все красноречие ваше, но содержание отнюдь не стало краше. А не боитесь вы, что я сейчас возьму и расскажу о вас супругу моему? Так из-за вашего любовного недуга вы потеряете испытанного друга. Я знаю, что ваш дух высок и незлобив, и вы простите мне мой дерзостный порыв. Другой, может быть, просили бы напрасно. Но вас помиловать я все-таки согласна. Я, может, так и быть, ни слова не скажу. Но и на вас зато повинность наложу. Содействовать тому, но честно, без обмана, чтобы вступили в брак Валер и Мариана. Отнюдь не посягать в ущерб чужим правам на ту, которая принадлежит не вам. И... Нет, сударыня! Нельзя молчать об этом! Я быть готов свидетелем пред целым светом и показать ему воочию, наконец, кто этот про любовь поющий вам наглец. Почему? Пусть лучше он изменит поведение и постарается снискать мое прощение. Так обещала я, и порешим на том. Я не охотница вносить шумиху в дом. Любая женщина, как я, на это взглянет, и мужу докучать бездельца не станет. Да этим случаем я небесам обязан. Мне казалось бы позорнее всего держать его в руках и упустить его. Я мешкать не люблю, и дело кончу сразу. Ну вот, все точно по заказу. У нас тут новости для вас припасены, и вы окажетесь весьма удивлены. Вы, ваши милости, дарили не без прока, и этот господин вам оплатил широко. Не зная, что в своем усердии изобрести, он, наконец, решил похитить вашу честь. И здесь я слышал сам, как вашей он супруге поведал о своем любовном к ней недуге. Она по кротости и доброте души хотела все это похоронить в тиши, но я потворствовать обману не желаю. Еще бы что, смолчав, я вас же оскорбляю. Я убеждена, что мелочью такой смущать не следует супружеский покой. И вздором честь не может запятнаться. Такой мой взгляд. И вы могли бы так взглянуть, Дамис, когда бы со мной считались хоть чуть-чуть. Что слышу я? Как? Мыслимо ли это? Я злодей, гад, поношение света, несчастная душа, погрязшая во зле, последний негодяй из живших на земле. Мой каждый помысел исполнен гнусной скверны. Вся жизнь моя злодейств, клубок неимоверный, но небо, наконец, грехи мои, кляня, по справедливости
унизила меня. Так верьте же всему. Творите ваш закон. И как преступника меня гоните вон. Брат! Как плут! Ты думаешь, что этой клеветой затмится чистота души его святой? Как твоедушное смирение лицемера вас может убедить? Молчи! Всему есть мера! Нет, пусть он говорит. Я просил бы вас принять с доверием услышанный рассказ. Он, без сомнения, вполне правдоподобен. Почему вы знаете, на что Тартюф способен? Или вас видимость в обман успела ввесть? И лучше я кажусь для вас, чем есть. Нет, нет, по внешности меня судить не нужно. И я совсем не то, чем я кажусь наружно. Все думают, что я безгрешная душа, а правда то, что я не стою ни гроша. Бичуйте же меня. Зовите кровопийцей, злодеем, извергом, разбойником, убийцей. Еще позорнее давайте имена. Я спорить не хочу, я заслужил сполна. И всякое клеймо приму, склонив колени, как воздаяние за годы преступлений. Ну, это слишком, брат. А ты, сердцем глух, предатель. Эта речь вам так ласкает слух? А перегодник, брат, встаньте, умоляю. Злодей. Он мог... Молчи! Отец! Я заявляю! Мой брат, не гневайтесь, я Богом вас молю. Я был бы рад пойти навстречу пытки злейшей, чтобы от царапины спасти его малейшей. Неблагодарный! Да я на коленях рад молить вас за него! Вы шутите, мой брат! Вот сердце, смотри! Я... Молчи! Как? Я... Ни слова! Я знаю, почему ты оскорбил святого. Он ненавистен вам! И вот я вижу вдруг восставших на его жену, детей и слуг. Вы прибегаете бесстыдным всяким ковам, чтобы этот праведник не жил под нашим кровом. Но чем усерднее его хотят изгнать, тем крепче я с собой хочу его связать. И дочери моей... Он должен стать супругом, чтоб дерзостной семье воздалось по заслугам. А! Ее хотят вести насильно под венец. Да, да. Сегодня же назло вам всем наглец. Я вас не боюсь. Пусть всякий здесь узнает, кто в доме господин и кто повелевает. Скажи, что ты солгал, негодный плут, и сам. Проси прощения, упав к его ногам. Я мошенника, чтоб перед этой дрянью... Так ты упорствуешь и отвечаешь бранью. Где палка? Палка! Где? Нет! Нет, нет, оставьте нас. Вон! Из дому изволь убраться сей же час. И больше моего не приступать порога. Ну что ж, я ухожу, но... Скатертью дорога! Отныне ты лишен наследства, и притом ты проклят, висельник, своим родным отцом. Thank you.
тяжко оскорбить безгрешную особу. Господь, прости ему его слепую злобу. Когда б могли вы знать, как больно, милый брат, мне видеть, что меня пред вами так чернят. Мне так мучительно. Я словно весь в жару, не в силах говорить, и, кажется, умру. Ну, успокойтесь, брат, и проясните взор. Пора кончать весь этот разговор. Я вижу, что сюда вношу одну тревогу, и лучше мне, мой брат, собраться в путь дорогу. Вы шутите? Меня не любят здесь, и вам хотят неверие внушить моим словам. Так что же, разве я послушен их наветом? Они упорствовать и дальше будут в этом. И то, что клеветой зовете вы сейчас, вполне вас убедит в другой, быть может, раз. Нет, брат мой, никогда. Ах, брат, я знаю. В чуже жена всегда найдет душевный отклик в муже. Нет, нет. Пусть я уйду. И с этого же дня лишу их повода преследовать меня. Нет, вы останетесь, я не снесу разлуки. Ой. Ну что ж, придется мне сложить смиренно руки. Но все же, хорошо молчу. Но только лишь одно вам предложить хочу. Честь мнительно, я обязан дружбы ради пресечь все росказни, все поводы к досаде. Встреч с вашей женой я буду избегать. Нет, нет, назло им всем. Вам нужно с ней бывать. Пусть люди бесятся, я только счастлив буду. И я хочу, чтобы вас встречали с ней повсюду. Но мало этого, я не страшусь молвы. И не хочу других наследников, чем вы. И я сегодня же, причем без промедления, снабжу вас дарственной на все мои владения. Правдивый и честный друг, мной избранный в зятья, мне ближе, чем жена и сын, и вся семья. Надеюсь, с моим решением вы согласны? Мы воле Божией противиться не властны. От зависти все лопнут и помрут.